это женщина? Вы сами уже догадались, мистер Лендер. Я подумал об этом. Что ж, если мы действительно ищем женщину, возможно, я ее даже видел. На следующее утро после смерти Лероя Фрая, еще не зная, что произошло, я проснулся и начал писать стихотворение. Строки о таинственной женщине в глубоком горе. А потом за окном появилось самое прекрасное создание, которое мне когда-либо приходилось лицезреть. Кто она? Я не имею представления. Но почему ты думаешь, что эта поэма о девушке как-то связана с мистером Фраем? Атмосфера скрытого насилия. Чудовищное принуждение. Безымянная женщина. Ты мог написать это в любое другое утро. Но это придумал не я. Мне продиктовали. Продиктовали? Кто? Моя мама. Она мертва. Уже как 20 лет.